подкаст, мы Fluttershy 2013, мы же проходим игру Half-Life, модификацию под Half-Life первую, короче, которая называется, как в одной, Social Point, то есть точка назначения или восстановления, как-то так. Короче, в прошлой серии мы много тупили в конце, и надо было просто вот эти дурацкие коробки, блин, отправить туда и взорвать чертову вентилятор, дамбу и все это прочее, короче, чтобы пройти дальше. Я сейчас все это перепрошел уже, чтобы вам не показывать, да, но сохраняю, чтобы не было опять глюка. Там будут военные, мы даже трогнем, мы поехали, короче. Дробовик наготове. Все наготове. Чтобы не умереть по глупости, включаю лифт. И поехали. Как видим, на стоп. И на стоп здоровья, все пройдено, всех убил. Только вот этих клет крабов сейчас надо будет убить. Так, я сбросил эту штуку, надеюсь. Блин, тут же было закрыто. Да херел. Так, я тебя знал. И ты меня знал. И что это делает? Так. Прикол, я не понял, что это было. Ладно. Я просто должен был эту штуку скинуть вниз. И вентилятор сам по себе отрубился. Это что за шутки? Тут было заперто, так и есть заперто. Заперто. Блин. Думаю, у меня ничего не работает. Так. М. Почему я двигаюсь? Ладно, пофиг. Где вентилятор отрублен? Просто духовен был скинуть вниз и откроется проход. Ну, скрипт вообще сделан идеально. Так, только не застрять в вентиляторе. Все, наконец-то прошли дальше. Поехали. Что нас дальше будет ждать, я не помню уже. Так. Ихтиозавры. И портал, который привел нам в трубу. Даже никаких звуков вообще нету, ну, вообще тупо. И опять загрузка. Он базамент. База какая-то там. Так. Тюк-тюк-тюк. Куда же мы пришли? Туда попасть, думаю, нельзя. Пошли дальше. Вот офигевший жопу, посмотрите, вот. Какая морда. Умри. Так, мне что-то кажется слишком тихо. Меня слышно, но делаем чуть-чуть потише. А ты? Ты безбилетный пассажир. И таких крик репетировать сразу. Не надо. Ха. Так. Вообще нафиг я поднялся. Я не хочу под парами идти, я буду вот так. Вы что, издеваетесь? Я не хочу отнять себе жизни и броню. О! Ха-ха-ха. Оу-ю. Мачерный хиткраб, так называют этих хиткрабов. Мачерный, старый хиткраб, очень сильный. Взрослый. Чем молоденький эти. Утонул. Ха-ха-ха. Так, куда же мы идем? Заперто. Так, только что для персонала какого-то с костюмами. Там аптечка была, но пофиг. Уровень третий там был, тут что? Team Tuno Acris. Так. Газовый какой-то туней. Так, уровень второй, ладно. Хм. Офигенно, тут занято. Ой, занято, заперто. Тут что? Управление? По идее, он вверх поедет сейчас. Так и есть. Окей, что там наверху? Уровень первый. Мы что, под землей где-то находимся? Ну, видимо, да. Заперто. Так, я тебя тут ждал. Вортигончик. Пум. Пум. Точно доктор прописал. Тут что? Так, можно сюда пройти, можно сюда. Что у нас тут?
Что-то везде проходы. А там что? Еще один газ. Это очень злой вахтигон, там 90. Замочек. Для чего мы сюда пришли? Отрубить газ? И все? Ну ладно. Там водичка. Но нам туда не нужно. Ладно, давайте идем сюда. Вот там можно нельзя было пройти из-за газа. Оу. Бедный охранник. Барни. Знаете, что за звуки? Хаундая, звуковые собаки, я их узнаю наизусть. Вот он! Вот они, красавцы. Я сказал, что это звуковые собаки. Да-да-да, я вас знаю. Получили. Так, гранаты. Неплохо. И автоматы, гранаты. Поегче. Дворняк наш. Отлично. Да, ломайся, короче. Ломайся, бочечка. Все ломайся. Ба-ба-бух. Так. Интересно. Типа впадина бездонная, да? На самом деле это просто стенка, текстурка. Так. Что ж тут такое подозрительное у нас здесь? Мосты, которые могут упасть. Твари. Внезапно телепортируются такие гады. Вообще вот вартигон, знаете. Ну такие гады. Так хитрап внезапно появляется, так и эти. В отличие от зомби. Зомби с крыш не падает. Хитрап вартигон телепортируется. Так. Оу, мины? Вообще им пол. Халфе первый вообще не пользовался толком, ну может воспользуемся. Тут просто так не было. Так. Хорошо, отдыхаем. Так. У. Я тебя видел. По голове себе постучи. Так, туннель, площадь следующая какая-то. Этот газ меня бесит. Так, еще один лифт. Такой же, как и был тогда, по виду. Сейчас зарядим костюм по полной программе и поехали. Еще выше, да? Все еще в таких же помещениях, как я вижу. Интересный проход. Оу! Я тебя видел. А ты меня нет. Хотя ты и так меня видел. Так, у меня тут револьвер даже есть. Давайте воспользуемся револьвером, то просто так не было. Бум! Ты чё, живучий гад? Давай дрободаш, хочешь поздороваться? Бум! С дробышью. Как раз против таких уличных вартигонов. Ха-ха-ха. Так, куда идти? Понятно. Заправочная такая. Заправились и пошли дальше. О, тут уже военный. Мертвый. Мертвый военный. Хороший военный, мертвый военный. Так, дверь. А тут что? Какой-то лабиринт, что ли? Так. Отлично. Куча коробочек. Мне надо тут дыхание перевести. Подождите, потерпите, зрители, секунду. Офигеть, я место не надо. Взял зачем-то землю с цветка. Пофиг. Он мне в холодильнике, видимо. Что? Хотя нет, перекурите. Все, продолжаем, короче, попили, поели, поехали. Так. Тут тупик, там эта штука. Есть проход тут, но он куда-то заклеен. А может сломать можно? Оу. Похоже на из этого Зена мира эти всякие чи-чи-чи из Опасин Форс монстр зомби такой пуящийся. Поздоров. Оу, у вас тут двое. Ты ничего мне не сделаешь, тварюга.
Так. Что-то слишком длинный туннель. В отличие от Half-Life 2, вот сорс мешка, тут фонарь вообще нам она не светит. Не страхово. Тут что, невидимый монстр? Странно, а кто появился там? Я же видел искры. Что-то мне не по себе. Что за длинный туннель? Вы... О! Что? Что ты? Откуда? Снарк! Ты... Да что происходит? Откуда ты взялся? Чё, блин? Откуда Вортигон взялся, блин? Это шутка? А тут снарки выпрыгли и всё? Супер! Нафиг я открыл? Тут что? Не, тут что-то слишком. И тут тоже темно. Вот тут дрободан зато. Не, блин, что-то... Я уж туда пойду. Что за трубку странно было там? Куда я вообще иду? Ай-яй-яй-яй! Кто? Кто? Так, да откуда он вообще взялся? Я его даже не видел, откуда он вообще появился. Сволочь. Появился из ниоткуда. В такой темноте ни хера не увидишь. Я что за хрен? Что происходит вообще? Я вообще не понимаю, куда иду. Опять сюда же вернусь. Что это за труп такой? Тупой. Не. Чертовщина творится. Вот там что-то видел. Кто тут проходил вроде? Мне кажется, те самые, которых я вроде помню. Да, это зомби и военники, блин. В чем смысл? Они очень жестко стреляют. Оу. Кто тут воюет у нас? У нас есть средства против них. Давай воспользуемся. И сюда прибежит. Мы сейчас их. Иди сюда. Иди сюда. Вы что, на растяжку не можете прийти? Оу! Убил. Только по мне еще попало, блин, долго думал. Я тут сдох. Двух зайцев одним выстрелом, офигеть. Чуть. Это бусквит? Привет. Пока. Первая встреча с бусквитом. Так. Тварь. Попал. Прямо в точку. Хедшотом о стенку. Куда идти? Тут аптечки. Там проход. А там что? Чё тут заблудился уже. Еще проход какой-то. Тупой фонарь так быстро разряжается просто. Я не пойму, куда я вообще иду. Либо я тут был. Я и правда тут был. Я кругами хожу. Не, ладно, иду туда, куда я видел все. Только иначе я не понимаю, куда идти еще можно. Так, куда я теперь иду? Кто? 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 В такой темноте никого не увидишь. Кто меня стрелял? Понятно, кто. Сам себя убил. Тварь, блин, зомби. Откуда он еще вылез? Сдохни. Тут
всякие рикошетчики. С вортигонтами тут тусуют. Видите. Как же меня достали. Дайте аптечки, срочно. Спасибо. Это бесконечные проходы, нет? Я уже не понимаю, куда иду. Вас слишком много. Всех подряд уже пускают. Это хардкорный мотрик, как я и говорил. О, как стреляют рикошетами. Я еще не попадаю. Короче, нет, я сваю. Обратно. У меня хп вообще ной. Я не понимаю, куда я иду даже. Сейчас обратно вернусь. Короче, чтобы не показывать, как я бежал туда-сюда, чтобы подкрепиться, я обратно все вернулся. И идем дальше. Я кругами, как я говорю, хожу. Оу! Я тут даже не был. Твари. Звуки какой-то Вайнгрута. Поздоровайся. Видите, как живучие зомби. Надеюсь, тут есть аптечки, вы прирастите. О! Так-то лучше. Так, мне мало дробовика. Пока что покарауем. Куда идти? Столько трупов. Столько проходов. По-моему, с той стороны я пришел. Лабиринт. Я не знаю, авторы сами не запутались, когда делают эту карту. Короче, я в тупик пришел в итоге. А тут что? Там был, тут был. Я кругами хожу, как видите. Где-то дверь была, куда я пришел изначально. Где-то с той стороны. Давайте ее найдем. Может тут? Да куда идти? О боже мой! Я опять сюда же пришел. Короче, я перемотаю, точнее, остановлю запись, пока я не найду выход отсюда, из этого лабиринта. Короче, я блуждал тут еще минут 5, пока не нашел опять этот проход, куда шел изначально. Вот сюда. Где сюда и надо было идти. Вообще лабиринт. Так, что у нас тут? Ящички. С патрончиками и всем прочим, да? Круто. Вау, в зомби этих флиткрабов, блин, дверь открывалась. Так, следующий. Молодца, точно по расписанию. Так, что тут? Я думаю, тут еще монстр есть. Так. Сюда можно, туда нельзя. Давайте сюда пройдем. Замочек. Поэтому я знаю, что сюда можно пройти. Куда я вообще попал? Теперь какие-то помещения такие. Офисные небольшие или склад какой-то. Так. Тут в ящиках может что угодно быть. Что угодно. Я сказал. Так-то лучше. Чем говорить постоянно всякую шняку. И да, по поводу видео, как видите, редко сейчас выходят они, потому что сейчас диплом взял, не ты всем тем прочим. Плюс лень мешает. Так. Скользко, да? Я тебя знал. Видите, сколько отнял один этот хрен? Так у них перезарядки даже. И стрелять мне беспрерывно, а? Тупая бомба, я тебя даже не трогал. Случайно ее поставил. Но есть средства. Такое я и так толком не пользуюсь. Так что вот.
скользко как. Тёпор! Офигеть, они еще могут эти подствольными гранатами стрелять. Хорошо, что они меня не тронули. Кто, боже мой, эти лабиринты не бесят. Со всех сторон эти монстры. Тут тупик оказывается. Да что за бомбы вы стреляете? Интересно, они умеют открывать дверь? Видимо, да. Да сдохнет уже. Вообще лабиринт. Я, подожди, а тут что? Кит крабового поя. Оу! Больно же. Лабиринт. Что это такое? Я не помню, куда идти. А там что было? Давайте проверим. Круто! Я перемотаю. Хотя бы сейф тут есть. Короче, я все это промотал, заодно оставил эту мину, осталась у меня одна штука. Не потратил, как в прошлый раз. В этом плюс. Ну и больше жизни сохранил. О! Привет. Тут у нас бар не сидел, у нас окей. Спасибо. Так, что за генеральный контрол? Короче, понятно, куда надо было вообще нельзя было пройти, но я почему-то выжил. Ну давайте пойдем с тобой. Офигенное место, да? Все тут сохранил, что только можно. Взял. А, ну давай. Странно, почему эта штука осталась? Или это скрипт? Давайте сохранимся. Вау. Ну что ты встал? Ждал, пока током шарахнет, может быть. Так, идем сюда. Не знаю, зачем ты нужен. Давайте проверим, он важная персона или нет. Убьем его. Прости, Флай. Нет, он не важная персона. Ладно. Ну, все равно пойдем со мной. Интересно, что он тут сидел. Жил, короче. А мы его сделаем смерть, да? Я даже не увидел. Подкрадывается сзади. Это последний. А ты такой, блин, борзый, блин. Разговаривает так еще. Я всех тут убиваю, а он тут ходит спокойно, да? Так, что за какие-то непонятные места. Склад! Я тебя знал. Я знал, что ты тут есть. Я готов. Там склады, тут склады. Давайте сломаем все коробки. Короче, это мод основа ломания коробок, убивание всяких монстров. Оу. Офигенно, радиоуправляемая мина. Может пригодится потом. То быстро ломается, то медленно коробки. Так. Склад какой-то, короче. Тут заперто. Ну, этот парни пункт там у себя сидит. Смысл в том, что во всех коробках почти есть всякие шняги, поэтому и ищем. И это прикольно, сам. Эти боеприпасы всяких и там подобное. Сейвами, да, тут очень сложно. Что, закрыто, что ли? Так, тут тупик, да? Зато тут это наша штучка. Зарядка для мозгов. Ха-ха-ха. Зато все тут почисти. А ты, отдыхатель. Хорошо, я останусь и буду помогать, если будет. Пошли. Чё встал? Вот, ну, блин, ну и ладно. Оу. Иди сюда.
высуни свою мордочку. Умный? Умный. А мы умнее. Думаю, его спина спасет. Но нет. Так, у нас радио еще какое-то. И уже лабораторные такие комплексы какие-то. Для персонала, окей. Не работает? Ладно. Понятно, мы в офис попадаем отсюда. Но сюда доступа у нас нет. Чу-чу-чу. Что-то бухнуло. Сохраняем. Прости, чувак. Все плохо. Опа! А? Это уже военные пошли? Которые нас тоже не любят. Ладно. Медик, блин, из-за пассинфорса. Я буду с медиком тут выливать, да? Офис. Ничего примечательного, кроме как... Блин, пули непробиваемые стекла в офисе, ну вообще, офигели. Все мертвые, полная зачистка. Ах ты, медик. Медики умрут. Вот сколько построенных гранат накопилось. Не трачу вообще. Так. Кто ты вообще? Плохое качество. Фу, текстур, телеграфон. Тю-тю-тю-тю-тю. О! Барнакл! Ты слишком много видел. Вообще офигел мне по паху стрелять, блин. Молодца. Но... Всему твое мнение, это есть конец. Всегда есть конец. И вот твой конец такой. Ты послужил хорошо и добро. Так. Заперты. Некоторые места сматриваются по Синфорс мест на самом деле. Только переделали. Лифт. Кто там платит? Хм. Чу-чу-чу. 7 хп. Нет. Вот так мы умеем делать. Умеете ли вы так, а, подписчики? Так. Вообще нафиг спустился, тут вообще можно не надо было. Так, где там лестница? Вижу. Блин, хочу сокращать пути. Прыжками. Я мастер по лазе на лестниц. И по движку с Gold Source лестниц. Так, главное не упасть. Я думал, все, я капут, но нет, я вышел. Вообще, как тут можно лазить, это нереально. О, пришли. Сейф. Кто-нибудь ждет нас? Давайте потратим гранату. Вдруг там кто-то нас ждет. Я знал, что тут кто-то есть. Плохо все, чувак, плохо. Скажите, за шутка? А нафиг я сюда поднимался? А, да, все правильно, да. Я думаю, двери не открываются. Ну и куда мы пришли? Опять склады. Что-то подозрительно тихо. Давайте почистим территорию от этих себе коробок с мусором, который нам пригодится. Вроде тут ниндзя должны появиться, как я помню. И тут будет очень жестко. Так, область третья. Хм. Вроде все чисто. Пойдем. Storage area free vehicle repair. Оу! Вы еще молнию меня ударять решили. При телепортации, блин, отняли жизни. Неожиданные гости. Зато эта штука пригодилась. Батарейка. Че? Я думал, почему она не взялась. Видимо, надо вплотную подойти было. Не открывается. Да. Короче, тут стоянка, видимо.
у нас Black Mesa машина. А ты под за машиной решил спрятаться, да? Я готова все оружие. Появляйтесь, монстры. Hello. О. Валенники. Они что, меня боятся? Ну и ладно. Мы в обход пойдем. Это мину меня бесит. Да ладно, потратим гранатку. И в ящик ничего не было. Ну ладно. Оу. Тут воюете со всех подряд. Ты нас не видел? Оу. Грунты. Наши старые приятели. И все. Так. Да у вас тут война целая. Против пришельцев и людей, да? Которые против нас. Ты охерел? Я тебе помогаю тебе. А ты в меня решил стрелять? Ну вы помощники, блин. Получай, блин, предатель. Я тут помогаю. А вы меня тут решили мочить, да? Только ящик, жесть. Галерея ящиков, короче. Ломай, круши хоть целый день. Так, никого. Очистим территорию от ящиков. Что тут, мины никакой не стоит в ящике? А то бы взорвался вместе с ними. Чаще сохраняет, вдруг что-то не так пройдет, какой-нибудь взрыв пройдет. Сколько уже боеприпасов всяких. Насытились тут оружием вообще. Тут что, доктор прописал? Странно, что это не открывается только это, ну ладно. Еще один лифт. Ладно, и куда? Вниз. Еще ниже. То выше, то ниже, не понять. Медо процессинг оба встреча какая-то. Я плохо выгляжу, и так знаете. Водичка и барнаква. Смотрите прикол. Не? Медом тут он появится. Разочаровали в меня. А что тут у нас? Это, думаю, не сломается никак. Но барнаку, ладно. Пусть водички отдыхают. Кто нам мешает? Бесконечные загрузки. И куда же мы пришли? В офисы? Чё? Вот эти крабики засеяли. Получили по заслугам. Ха-ха. Так. Чё у нас тут? Так, у нас сколько тут сейв уже? Ну, всякие сейвы, ладно. Так. Ассасины. Давайте проверим, сработает или нет. Ну это обидно. Почему граната не сломала стекло? Это нереалистично. Поздоровайся с мамочкой. Хорошо сказанул. Так. Ну и черная оперативка, либо Рома, не ассасин. Ну это одно и то. Всех подряд из-за последних форс уже взяли. Вообще охерел. Не испугался моей пуи в лоб. Заперто. Тут что? Охранники, блин. Охерел. Сам себя решил взорвать. Ну ладно. Ну я тебе помог убить. Иди сюда. Прибеги сюда. Иди сюда. Ну что, ты зря потратил? Сука. Ах ты сволочь. Отдыхай. Оу. Два тут куча у народу. Да уж. Вообще аптечки толком и не нужны. Так, опять склад. Ты пис! Чуть не убил, сука, получай. Твоим же методом. Вообще охереть.
Ладно, пофиг. Тут заперто, оказывается. Ну да, тут склад, а тут... Тут же тоже склад, не? Мне, наконец, на улицу выйти, нет? О, ты... Паразит, не. Переиграем. Смотрите, как мы сделаем. Пум. Поздоровался. Не ожидал. Я тоже не ожидал, но... Так, это не ломающие коробки. Сейф. Тут! Ты что, живучий гад, а? Получил. Даже мне достали. Бред, конечно, получился. Переиграем. В упор стреляют такие вообще матчи, блин. Что у нас тут? Каюшный эксплозер. Чё? Вы что, охерея? Малыши, играя с бомбами. Сдохни. И как мне тут пройти? Да иди в жопу. Артиллерийский огонь, блин. Идите в жопу. Пусти. Гранатами. Отвали. Со всех сторон. Отвалите. Да. Да уж. Да откуда выйдет? Получил, блин. Блин, сколько же хп от нее, твари. Да откуда? Жесть. Какие-то лабиринты. Все, я выбрался. Получи, тварь. Вообще охеревший, да? Нафиг тебе радио, если не работает. Тут снайпер, блин. Так-то лучше. Управление, установка, блин. О. Конечно, атаку непонятно. Да, понятно направление. Вертает еще кружит, да? Тварюга. Да как я попаду, блин? Черт. Бесконечно просижу. Откуда тут стреляют снайперы? О! Проход дальше открылся. И нафиг мне этот вертолет, короче, сдался. Да вы Куда я прихожу вообще? С медиком, блин, попросите в другом месте. Опять на какие-то непонятные шахты или что это, склад. Пришел. Не работает. Интересно, закрыть. Так, нафиг револьвер потратил. Так,
Я вас слышал. Короче, ты за пассив форс места переделаны немного. Помогите кто-нибудь, я умираю. Пожалуйста, помогите. Простите, не смогу никак помочь. Тут что, снайперы у нас? Не знаю, чего ты умер, чувак, но... Извини, я слишком поздно пришел. Сволочь. Почаще сохраняться надо. Что у нас тут? Кавалерия какая-то. То есть у нас тут война, да, полная? Иди. Отдыхай. Офигеть. Борзой. Так. Понятно, что у нас тут. Давайте, идите сюда. А сейчас тебе сплем эту вертушку. Вертушечка. Даже убежать не будешь. Убегать не будешь. Вертушка. Какая живая тварь. Опять. Ом, она бесконечно будет пускать их солдат. Ну и ладно. Мне тебе не нужно трогать, так что идем дальше. Ёкое место. Так. Замурованная лаборатория какая-то. Чуть-чуть. Тварь. Я знаю. Но это не работает. Проверим. На всякий случай. Тут, понятно, заперто. Что такое? Что это было? Эй! О, мышка. Разве в Half-Life 2 есть мышки? Ладно. Надо было больше крабов, а не только тайки. Я знал. Тут облавы устроены друг на друга, да? Сзади тут. С крыш посыпались. Наркоманы. Да тут наркоманы. Честно. Говорили. Умрете, нет. Сколько вас тут убить надо? И сверху и снизу, с всех сторон уже сыпется. Да. Вообще, блин. Куда идти? Что, кого-то съел? Да и ладно, ешьте друг друга. Мне кажется, сюда надо будет попасть потом, а тут люди, я думаю, что... Тут доступа нету. Куда вообще я пришел? Что-то за базы какие-то военные. Недолгий у вас пир был. И тебе тоже ты говорю. Так, тут у нас перемешивается мир людей и мир монстров. Ксена. Матеры хит крабы. Нет, обычный вот матеры и живучий. Обычный хит краб. Ты что, прыгать разучился? В пол, блин, прыгнул вообще. 1, 2, 3. Ну а что тут? Собрание монстров? Похоже. Надо обойти это место, да? Не, правда. Шутка, что ли? Неправда. Ладно.
И где же тут обход? Давайте найдем. Вот что-то сзади появилось. Я думаю, взорвется. Вот второй этаж, оказывается, есть, я что-то даже не видел. Ту-ту-ту-ту-ту. Тварь. Поздоровайтесь. Поздоровайтесь. Замечательно. И подкрепимся. И я тоже. Коробочках. Ничего такого путного, да? Матрица! Что? Что за бред? Он жарится, по-моему, на костре. Ну ладно. Жарится. О! О, жучки, снарки, еще вот этот Эдгон, как-то электрическая пушка, вообще самое мощное оружие, вообще в Балфе. О, пожарим сейчас кого-нибудь. Нафиг это все мне тут. Давайте возьмем. Что у нас тут в этих штучках? Патрончики. Сейф. Оттуда я пришел. Теперь надо понять, куда идти. Тебе надо отдыхать побольше. Угу. Вот там откроется решетка. Я думаю, нет, точно не отсюда на то и попасть. А откуда? Если вообще туда можно попасть. Нет, куда идти-то? Опять какой-то лабиринт. И кто должен открыть дверь сюда? Тоже интересно. Где прием управления этой херней, а? Ладно, придем, пойдем обратно. Кто встретится, тот получит. По заслугам этой пушечкой. Ты даже тут летаешь, да? Да нафиг пускать сюда этих монстров. Не, правда, а что делать? Ладно, сейчас я пока остановлю запись, пока не найду, куда идти. Короче, немного побродил, и в итоге оказалось, что тут есть дырочка, которую я не увидел. Мачера фикрак меня постричал вообще. Ну вот, все. Так, контролер, да, сидят. Вау, кто-то сам себя убил, что ли? Так, еще один. Спрятались, да? Оу. Кто-то хорошо поел там внизу, да? Так, то точно не надо идти. Оу. У нас уже зомби, да? Что-то все зеленое такое. Вода убивает. Радиационная вода. Чу-чу-чу. Уберите монстров, да, как я вижу? Вам это не поможет. А тут я знаю, сколько тут живности. Я знаю это место. Живность. Хотите покушать? Бесплатная еда. Будете кушать? Покушать. Кто там кушать хочет? Кушай. Кушай. Чё? Да...
Я радиацию, блин, упал, она убивает быстро, как раз. Покушай. 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 Тупая лестница. Так. Тварь, 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 тварь. И тварь. На всякий случай. Ну, конечно, ничего не работает. Долго думал и в суп попал. Под свинец, короче. Так. А тут работает? Тут интересно работает, а там ничего не работает. И куда же я пришел? О, охранник, убиваешь след краба? Из-за Бассенфорд Форса, короче, этот охранник толстый. Хрень, который жрет пончики постоянно. Видите, я много уже играю в это, но мне больше делать нечего в основном. И пошли дальше. Получай. Да-да. Хотя я не помню, что так сказал, но пофиг. Тут радиация, что ли? Ой! Что-то я даже не увидел, тут кусочек маленький. Куда мы пошли вообще? Подземный бункер, в котором монстры тусуют. Кого ты стреляешь? Понятно, эти крабы. А вы что, слепые? Давай, разбирайся. Хороший охранник всегда поможет. Так, заперто. Зомби тупой, блин. Стоит и ждет, пока он умрет. Молодец. Это хорошо, что-то у нас появился. Давай, справляйся со всеми монстрами. Молодца, чувак. Точно доктор прописал, так вот вы. О, портал. Никуда же попаду. Ладно, пока, чувак. Круто, я в сцене где-то появился. В мире монстров, так сказать. Ладно. Разнообразные уровни, конечно, иногда одни и те же. Да, по гравитации видно. Эта вода вроде сияет, да? Да. Ну, 100%. Окей, пошли. Бей. У меня патронов слишком много. Какой уровень сложности вообще? Первый? Я думаю, у меня сложный уровень. Ну, ладно. Лёгкий там, лёгкий. А на харде тут вообще нереально. Получил. А, я же обучение врубил, и там всегда уровень легкости на 0 стоит, на 1, точнее, уровень сложности. Куда же мы придем? Я думаю, короче, сейчас закончим, как только смена уровня будет. Я заканчиваю. Хотя можно прям тут уже закончить, только я как-то уже устал. Надеюсь, вам понравилось. Если ждете этот следующих частей, то просто пишите в комментариях, чтобы быстрее делал. И с вами была Fluttershy 2014. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Подписываемся на мой канал, ставьте лайки и, конечно же, пока. Yeah.